Представься, пожалуйста. Ну, мы представляем Санкт-Петербург. Меня зовут Анабетова Диана. Меня Стогова Анастасия. Вы не были на... То есть, ты участвовала на Junior Раменская, да? Да. Ты участвовала. А я, к сожалению, не смогла участвовать. Вот. А сейчас что, какое у вас соревнование будет? В чем будете участвовать? Сейчас мы будем участвовать в первенстве России. А вы будете участвовать и на личном первенстве, и на командном? Мы будем участвовать на личном. Хотелось, конечно, и на командном, но, к сожалению, у нас не хватает. А в каком составе ваша приехала команда из Санкт-Петербурга? У нас 4 девочки и только один мальчик, поэтому мы не сможем участвовать. Вы сейчас учитесь? Да. Вот. А где в Санкт-Петербурге можно учиться, продолжать учебу после гимназии, а одновременно заниматься, например, бадминтоном? Можно в политехническом университете, в УАПе. А что такое УЛАП? Государственный университет авиакосмического приборостроения. Ну и институте культуры. Тоже можно, да? Да. Ну и ФИНЭК, конечно. Конечно, это ФИНЭК. Ну, желаем вам успехов на первенстве России. Спасибо.